И горюшины, и груши. Привет, ребята. Сегодня мы будем открывать лего-конструктор. Привет, ребята. Ну, лего непростой. Это лего-сити. Вот с такими рабочими и с таким вот погрузчиком. Попробуем их собрать. Вместе с Игорюшей, да? Это очень классный конструктор. Но чтобы его собрать, его нужно сначала открыть. Вперед. Погнали. Пробивай палец. Тут открывается. Все развалилось. Всю коробку порвал. Всю коробку. Ну доставай, не рви пока. Да доставай. Что там получилось? Что у нас там попалось? Запчастей-то сколько? Целая куча. Запчастей сколько я набрал. Еще тут конструктор. Вот у нас какие запчасти тут. Это каски для рабочих тут, конусы, фишки, а здесь для погрузчика запчасти вот такие, желтые, оранжевые, серые, классные, разноцветные. Что у нас в инструкции, Игорюша? Рассказывай. В инструкции? Да. Инструкции. Сборка человечков? Что еще? Сборка погрузчика? Да, надо... Сборка, там еще какой-то у нас есть смешной унитаз. Смешный. Да? Ну-ка, давай посмотрим инструкцию. Унитаз здесь? Вот такая классная инструкция от Lego City. Вот он, унитаз, кстати. Вот погрузчик, вот всякие грузчики там, рабочие. И вот пошла инструкция. Пошагу. Должны собирать. Я сам. Какие тут детали? Ну ты детали-то доставай из пакетиков. Требуется помощь. Требуется помощь уже, да. Да, папа? А, требуется? Требуется, уже потребовалось. Давай второй пакет. Будем открывать и его. Вот он. Открываем его тоже. Опа! Ой, сколько запчастей! Целый пау! Просто обалдеть! Запчастей сколько! Запчастей! Запчастей это видимо, невидимо. Да? Видимо. Видимо. А где унитаз? Остальные игрушки, давай. Вот они какие у нас тут. Запчасти. Тела. От рабочих. Вот ковш, запчасть, ковш. Будем сейчас все это собирать. Кабина. А вот и голова человечка рабочего. Вот она какая. Все тебе видно, все тебе понятно, Игорюш. Будем собирать? Ну, погнали. Надо теперь что-то. Давай, ты собрал по инструкции уже там все? А где ноги? Ноги ищи. Вот она. Угу. Ну, сколько запчастей, да? Обалдеть просто. Что это? Колесо. Где твоя инструкция-то, книжка?
правда дрянь. Покажи, какие у тебя получились два человечка. Давай. Вот они какие суперские. Давай. Мы собрали, да, Игорюша? И еще собрали погрузчик. Вот он какой здоровский. Крыша у него откидывается. Ковш у него двигается. Колеса у него крутятся. Еще даже здесь рычаги работают. Вот. А я сделал конус. Продолжаем делать. Дальше. Собираем унитаз. Да? Итак, собрали мы все детали. Получился у нас вот такой погрузчик с механиком внутри. Двигаются рычаги у него, крыша откидывается, мигалка мигает, все работает. Теперь... Вот такой рабочий у нас с перфоратором получился. Вот. А это тетя с молотком. А это тетя или какой-то индеец, потому что у него есть волосы сзади. Ну, наверное, какой-то просто волосатый мужчина с длинными волосами. Вот он с кувалдой такой крутой получился. Пи-пи. Кто еще, Игорюша? Прораб, да, главный рабочий. Вот он с громкоговорителем приказывает, отдает приказы. Что делать рабочим, говорит. И кто еще? Все. Такие конусики у нас рабочие. Да. Но самый крутой, конечно, это погрузчик. С водителем-механиком внутри. Вот так он делает. Да, Игорюш? Теперь можно смело строить дом, или рыть яму, или прокладывать трубы, да? Да. Вот такой набор. Давай покажем ребятам, что у нас там получилось. Вот такой. Человечки. Вот. Вот еще тут. Вот. Суперский конструктор Лего, да? Набор рабочих и погрузчик. Да. Ну что? Собрали. Теперь можно смело играть. Да. И на сегодня мы заканчиваем наш выпуск, да? Пип-пип. Главный рабочий. Приступай. Пип-пип-пип-пип. Пока. Пип. Пока, ребята. Это... были Игорюшины игрушки. До свидания. Хорошая игрушка была у нас. До свидания. До новых встреч. Пока-пока. Выбирай любую и ставь лайки.